Привет, друзья! Это истинный следователь, обзор еды. На этот раз нормальная еда, как вы поняли, потому что она сделана не в России, в Латвии. Производитель Бривайс Вилнис, улица Остас 1, город Салацгрива. Представитель, как обычно, в Москве никому не нужный. В общем, нормальные консервы. Здесь ключом открывается. Наклеечка не вставлена, как в российском говне. Бумажка, наклейка, которая не слетает. Вот код. Это завод, как я понял, Бривайс Вилнис. Вот выглядит симпатично. Видите, томат, он красный такой, ярко-красный. И масло прозрачненькое, не перемешано. Ну и по вкусу хорошее. Хороший вкус. Стоило там со скидкой около 50-60 рублей. Без скидки как будто 100-120, столько же стоит. Дорогая, хорошая, типа килька российская, там 80 под 100 то же самое, но уверен, что она хуже будет. Я покупал дешевую кильку за 30-60, даже за 60 какая-то, она была хламом полным. По-моему, есть какие-то у меня обзоры, если надо, еще куплю. То есть я фактически что купился за 60 ее, за 60 российская была бы полным хламом. Я уже много консервов покупал и стал думать уже, что ну, вообще фактически не бывает нормальных консервов. Они все должны быть, даже не самые дешевые, а самые дешевые по 30, там, а по 50, по 60, под 100. Они тоже должны быть невкусные. Нет, это только для россиян. Говно для россиян, потому что они рабы. Поэтому рабам можно вместо еды говно давать. Всем спасибо, пока. Килька Латвия отличная. По цене тоже нормально. Ну там же они зарплаты больше людям платят. Поэтому все отлично. Пятерочка.